уважаемые коллеги, действительно, по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина состоялось некоторое время назад рабочее совещание под председательством зампреда правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина, на котором было дано поручение федеральным органам исполнительной власти отработать методику создания агломераций и, собственно, отработать ее на примере Саратовской области в качестве пилотного региона. Вот Николай Васильевич сказал, что уже создана Саратовская агломерация, и, собственно, вот сформулировалось предложение еще Вячеслава Викторовича Володина о создании Балаковской агломерации. Собственно, что понимается под агломерацией, откуда возникает эта идея? Да фактически это ничего нового не возникает, это фактически уже сложившееся притяжение одних населенных пунктов к другим. Вот все же прекрасно понимают, что вокруг города Балакова, вот, граничащие с городом Балаковым районы, так или иначе завязаны на город. А, собственно, формализация самой агломерации даст еще больше возможностей для развития не только города, но и районов, прилегающих к Балаковскому району. Уже давно существуют устойчивые связи между Балаково и Вольском, и фактически города расположены напротив друг друга, и друг без друга вряд ли они могут существовать. У нас сейчас развивается достаточно широкий спектр направлений, по которым агломерационные эффекты будут давать особую значимость для развития. Собственно, вот проект по реанимации Балаковского аэропорта – это транспортная доступность, это инфраструктурный проект, крупнейший после аэропорта Гагарина. Вот сейчас, честно говоря, не стыдно стало принимать гостей в Саратове. Раньше, когда прилетали кто-то в Саратов, ну и как-то вот их встретят вот в этом старом нашем местами разваливающемся, а сейчас прилетают, ну сразу видно другой уровень города. Вот я думаю, что это же ожидает у нас и Балаковскую агломерацию. Как только появляется аэропорт, это, соответственно, стимул для развития других направлений. Промышленный потенциал тех районов, которые находятся вокруг Балакова, я думаю, агитировать никого не нужно. Все прекрасно понимают, и здесь, собственно, агломерационные эффекты дадут также дополнительный эффект в развитии промышленности и в привлечении инвесторов. Потому что вот то, что было сделано по Саратовской агломерации, это существенный в разы рост вложений в дорожную инфраструктуру. Потому что первое, без чего никакая агломерация невозможна, это, естественно, транспортная связанность территорий. Мы видим, какие колоссальные средства сейчас вкладываются в развитие дорожного хозяйства. И у нас на территории уже, будем говорить, Балаковской агломерации тоже сейчас реализуется ряд проектов, которые существенно изменят ситуацию в дорожной отрасли. У нас действительно передается в федеральную собственность трасса Самара-Пугачёв-Балаково и дальше с выходом на Волгоград. Дальше, по территории самого города, для того, чтобы улучшить связь между Балаково и Вольском, передается в федеральную собственность подход от автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград к Балаково и дальше с выходом на Балаковскую атомную электростанцию. То есть, соответственно, все эти шаги позволят, собственно, улучшить и так уже достаточно хорошую транспортную связанность на территории планируемой Балаковской агломерации. В законодательстве российском пока явно обозначенного понятия агломерации нет. Сейчас именно вот по тому самому поручению Министерства экономического развития России ведется разработка проекта федерального закона о городских агломерациях, в котором уже, собственно, будут обозначены непосредственно механизмы. Пока мы идем, собственно, и проект разрабатывается с оглядкой на опыт существующих агломераций, в том числе и саратовской. Поэтому механизм создания вот такой агломерации, который сейчас единственный возможный по федеральному законодательству и который будет предусматриваться вот тем проектом федерального закона, это подписание соглашения между муниципальными образованиями, входящими в эту агломерацию, и правительством Саратовской области.
Ведь, собственно, на чем основывается вот сам принцип создания агломерации? Это тот принцип, который наконец-то был зафиксирован в Конституции Российской Федерации и вступил в силу с 4 июля этого года. Это единство публичной власти. Вот до этого момента у нас всячески демонстрировалось, что местное самоуправление это вот само по себе, а государственная власть сама по себе. Но это неправильно. И наконец это было зафиксировано в Конституции Российской Федерации. Вот, собственно, принцип единства публичной власти особенно ярко будет демонстрироваться именно в работе агломерации. Поэтому вот сейчас мы обсудим, уже подготовлен проект соглашения о создании агломерации, о взаимном сотрудничестве между правительством Саратовской области и органами местного самоуправления по вопросам развития Балаковской агломерации. Поэтому механизм, вот Николай Васильевич сказал, как нам идти дальше, механизм, вот как представляется, должен быть такой. Сейчас мы обсуждаем это все дело, запускаем проект соглашения для того, чтобы все муниципальные образования, которые планируются к вхождению в агломерацию, посмотрели на это соглашение со своей позиции. Мы собрали предложение по доработке этого соглашения. И дальше подписывается соглашение, и, собственно, мы начинаем работу в рамках единой Балаковской агломерации.